Меня зовут Григорий Пернавский, и мы с вами сегодня, если вчера был разговор у нас о кинематографе русском Первой мировой войны, то сегодня мы с вами будем говорить о кинематографе о Первой мировой войне, немножко о тех деятелях кинематографа, которые были каким-то образом с Великой войной связаны, и мы не будем останавливаться на каких-то конкретных национальных кинематографов, тем более, что некоторые национальные кинематографии, кинематографии участников стран, которые воевали в этой войне, они оставили очень-очень малый след в кинематографическом наследии. А только что товарищ Поволоцкий рассказывал вам о ПТСРе, рассказывал много, рассказывал подробно, и хочется сразу сказать, что кинематограф, посвященный Первой мировой войне, и не только кинематограф, посвященный ей, а вообще мировой кинематограф очень сильно изменился именно в результате того, что люди, которые стали делать кино после окончания Великой войны, воевавшие или не воевавшие, они в той или иной степени перенесли очень серьезную психологическую травму. Достаточно сказать, что для англичан и для французов, например, и это можно видеть даже до сих пор, даже в наши дни, Великая война оказалась травмой, которую, ну, во-первых, она выкосила целое поколение, а те, кто остался жив, они от последствий этой травмы, наверное, не отошли до сих пор. Особенно это касается Франции, которая была, в общем, как такое государство, как, ну, такой государственно-психологический механизм, она была этой войной вообще сломана, и корни поражения Франции во Второй мировой войне, в начале ее, по крайней мере, они как раз-таки находятся в трагедии, которую испытали французы. Потому что потери и то, в каком формате происходили эти потери, а именно то, что происходило на Западном фронте, совершенно четко соответствует определению «империалистическая бойня». Вот этот вот статичный фронт, эти огромные обстрелы, когда люди, в общем, приходили воевать в одно место и заканчивали войну так или иначе, с этого места не сдвигаясь, в отличие от русского фронта, который был все-таки очень маневренный, там все-таки были большие наступления, продвижение войск, какие-то большие отступления, то Западный фронт стал зоной смерти, которая в том числе очень сильно калечила души людей. Россия вышла из Первой мировой войны в революцию и в гражданскую войну, поэтому там другая история. Там сменился, как известно, очень серьезно политический режим. Отношение к Первой мировой войне у деятелей культуры советской и впоследствии несколько даже российской, оно несколько другое, потому что у нас начал развиваться другой опыт. Поэтому о советском российском кинематографе о Первой мировой войне мы, конечно, упомянем, если останется время, но при том, что есть там несколько значимых фильмов, он все-таки оказался по этой теме несколько на периферии. Крупные кинематографии остального мира, прежде всего это французская, британская, немецкая и даже американская, они как раз-таки вот этот вот опыт начали переосмыслять. И вот это переосмысление началось практически сразу. Как я вчера уже говорил, в годы Первой мировой войны практически никакая из кинематографий национальных, она практически не создала ничего хотя бы более или менее впечатляющего, поскольку производилась пропаганда. Пропаганда была рассчитана на сиюминутный эффект, и фильмы, которые выходили на экраны, их забывали, прежде чем они даже сходили с экранов, чем заканчивался их прокат. Очень много делали фильмов по поводу зверств гунов. В этом плане выдвинулся актер, который потом стал режиссером. Он австрияк, выдавал себя за аристократа,
На самом деле никаким аристократом он не был, его даже из армии выгнали еще до начала Первой мировой войны. А Эрих Штрагейм, который записался как Эрих фон Штрагейм, хотя был он обыкновенным венским евреем, вот он в силу своей специфической внешности играл всяких жутких страшных немцев, которые выбрасывали младенцев из окна в горящие, в какие-то горящие здания, вел себя зверски. Ну, в общем, такого рода фильмов было очень много. Некоторые из них опоздали к концу войны. Например, Чарли Чаплин снимал кинокомедию, которая называлась «На плечо». Он ее выпустил только в 1919 году. Это такая была комедия про фронтовую жизнь. Он отрабатывал там уже образ вот этого коротышки, значит, с усиками. Он был уже создан, и фильм венчал захват в плен этим самым нелепым персонажем кайзера Вильгельма. Вот. Но фильм шел уже как комедия, он шел после войны, но если его внимательно, его пришлось расширять, переснимать, там появилось очень много комедийных эпизодов про фронтовой быт, про крыс, про вшей, про окопы и блиндажи, залитые водой. Вот. Он имел успех, поскольку для американцев поход в Европу, он хотя и сопровождался трудностями и потерями, но тем не менее они, в общем, грамотно вписались в эту историю, вышли победителями и могли себе позволить снимать фильмы комедийные. А вот французы, для которых действительно эта война была страшным потрясением, кроме того, мы прекрасно знаем, что основные сражения Первой мировой войны на Западном фронте, они происходили на территории Франции. Западная Франция была разрушена Бельгия. То есть все ужасы войны, которые только можно было увидеть, они на этой территории просто сконцентрировались. Были огромные потери среди мирного населения. Но, ко всему прочему, все это увенчалось еще эпидемией испанки, которая вызвала настоящий мор среди людей. В общем, всем прочим было как-то не до смеха. И один из первых фильмов, который вышел на экраны в 1919 году, это был фильм режиссера Абеля Ганса, это великий французский режиссер, самое знаменитое его такое полотно эпическое называется «Наполеон». Он его начал снимать в конце 20-х годов, дошел только до «Революционных войн», но там, по-моему, часов 6 или 7 он наснял, если не больше. Человек, который придумал полиэкран, человек, который придумал разные формы монтажа. Но вот первый его знаменитый фильм назывался, в американской версии «Я обвиняю», обычно его даже не переводят на какие-то другие языки, он называется «Жакьюз». То есть, ну, «Я обвиняю», собственно говоря. Это драма, там есть какие-то романтические направления, там показаны ужасы войны. И в финале этого фильма мертвецы поднимаются из могил, и как бы марш мертвых идет на столице мира для того, чтобы навсегда прекратить войну. То есть можете себе представить, да, в каком настроении снимался этот фильм. Он очень длинный, существует много его версий. Его в начале нулевых годов восстанавливали изыскивая копии фильма по разным фильмотекам. В общем, в конечном счете смонтировали какой-то компромиссный вариант, который длится, по-моему, больше 3 часов. Фильм этот можно найти на разных площадках, которые мы здесь рекламировать не будем. Если есть желание, можно его посмотреть. Но сразу предупреждаю, что если кто не знаком с немыми фильмами, особенно конца нулевых, конца 10-х годов, начала 20-х годов 20 века, что для того, чтобы смотреть художественный фильм этого времени, нужно большое терпение, выдержка. И, ну, скажем так, понятно, что по своему техническому уровню эти фильмы не соответствуют тому уровню, к которому мы уже привыкли. Ну, тем не менее, фильм вышел, он создал необходимое настроение. Ну, а в Германии в это время творилось страшное. Режиссеры, которые, будущие режиссеры, кинематографисты, которые либо прошли войну, либо жили рядом с этой войной. То есть для простого немца, на самом деле, 90% россиян знают немецкий взгляд. Это взгляд Эриха Мария Ремарка. К
книги «На Западном фронте без перемен». Для основного количества, ну, а что было в тылу, мы, в общем, не очень хорошо себе представляем. А в тылу Германии творилась, в общем-то, жуть, потому что там был самый натуральный голод. Иногда даже доходило до, ну, такого смертельно опасного истощения. Там из-за отсутствия питания необходимого, там умирали грудные дети, там вообще дети страшно страдали от отсутствия витаминов и прочего, чего было необходимо. Особенно вот где-то в 17-18 году Германия действительно выдохлась. Да? Она, если бы немцы, ну, если бы немцы не пошли на перемирие, это закончилось бы огромной катастрофой. Даже если мы не будем, так сказать, вторгаться в описание боевых действий, для них тоже ничего хорошего, ничто хорошего не предвещало. И Германия породила экспрессионизм, киноэкспрессионизм, германский киноэкспрессионизм, который вылился прежде всего в такие фильмы, как «Кабинет доктора Каллигари». Про войну немцы фильмы, кстати, не снимали, потому что войны им хватило, это был очень травмирующий опыт. И в основном выходили мрачные такие готичные фильмы с искаженной реальностью, с болезненными всякими людьми, с болезненными отношениями. И вот эту вот кинотравму немецкий кинематограф, он до самого прихода нацистов к власти практически пережить не смог. Ну, хотя у них, конечно, был коммерческий кинематограф, были кинокомедии, были музыкальные фильмы, боевики. И только-только под ближе к приходу нацистов к власти появились именно немецкие фильмы о Первой мировой войне. И здесь надо вспомнить великого австро-германского кинематографиста Фридриха Вильгельма Папста. Вы про него могли слышать, если не интересуетесь кино, в фильме «Бесславные ублюдки». Там как раз-таки герой, англичанин вот этот, который выдает себя за офицера СС, разведчик, он все время говорит, что я специализируюсь на фильмах Папста. Папста, он в годы войны оказался... Он австрияк, но он оказался интернирован, он в войне не участвовал, но опять же таки вот ужас-то витал над всем миром в это время. И после войны он специализировался на так называемых горных фильмах. У него есть вот классический фильм «Холодная от пиц полю», в котором снималась Лени Рифеншталь, будущая постановщик сначала горных фильмов, потом, собственно говоря, «Триумфа воли Олимпии». Это был такой особый жанр, где все действие происходило в горах, там происходили какие-то катастрофы, там была обязательно какая-то роковая женщина. Это чисто такой немецкий киножанр, вот. И когда у Папста появились деньги на то, чтобы снимать то кино, которое он снимать хотел, а он был, хотя не был коммунистом, но он был достаточно левых взглядов, он снял один из важнейших фильмов 30-х годов, который называется «Солидарность». И этот фильм как раз корнями уходил в Первую мировую войну. Дело в том, что вот левое движение, ну и не только левое движение, оно было пронизано идеями пацифизма будущего. И человечество совершенно однозначно после Первой мировой войны считало, что это уж действительно была последняя война. Перед Первой мировой войной, как известно, существовала так называемая великая иллюзия о том, что у нас в мире все настолько хорошо, что войн не будет вообще. А после Первой мировой войны многие считали, что после такого ада, который происходил, войны уже не будет никогда. И вот по сюжету этого фильма там город, разделенный пополам границей. На одной границе французские шахтеры, на другой стороне немецкие шахтеры, и под землей существует, прямо в шахте написана франко-германская граница, и написан 1918 год, то есть это место, где, собственно говоря, граница была установлена окончательно. Скорее всего, речь идет о каких-то территориях, которые Франция приобрела после Первой мировой войны, немецких, и вот там город буквально разделен, французы-немцы. И вот французских шахтеров завали, они попадают в завал, а немецкие горноспасатели их едут спасать. И там одновременно идет и сверху, и снизу вся эта история. И все это происходит, поскольку начальство с обеих сторон умыло руки, все это происходит как инициатива снизу. И, собственно говоря, главного заводилу, главного спасателя играет в будущем известный киноактер и певец Эрнст Буш. Вот, в финале
вроде как людей спасли, все вроде как стало нормально, но тут просыпается начальство и заделывает эту границу решеткой. Вот, очень советую посмотреть этот фильм. Еще раз, он называется «Солидарность». И вскоре Папс снимает фильм под названием, у него разные названия, либо «Западный фронт, 1918 год», либо «Три пехотинца». Это картина, «Четыре пехотинца», простите. Эта картина очень сильно напоминает то, что писал Ремарк. Ну, а Ремарк писал, не зря он его называли певцом потерянного поколения, литературные произведения такого рода, они выходили в разных странах. Был такой Эдмон Баве, он писал подобного рода произведения во Франции. В Соединенных Штатах Америки вышла знаменитая книга «Авангардная. Джонни получил винтовку». Это первые строчки патриотической американской песни про человека, который потерял слух, зрение, руки, ноги на войне. В общем, все это было очень мрачно. Все это было очень мрачно. И вот этот фильм, он, собственно говоря, показывает нам историю того, как вот четыре пехотинца участвуют в войне, там очень много, там очень хорошие боевые съемки, и они просто все постепенно погибают, и каждый из них, в общем, не понимает, за что, почему и что с ним произошло. Показано разрушение семей, которое происходит в тылу. Ну, то есть, в общем, война показана так, как всеобщее бедствие. Как только нацисты пришли к власти, этот фильм был запрещен. Папст эмигрировал. Ну, в общем, окончательно от нацистов ему убежать не удалось, поскольку на свою беду он в 1938 году заехал навестить родственников во Францию. Как раз произошел аншлюс в это время, и у него там были определенные проблемы, хотя он Вторую мировую войну пережил. Вот. Что касается... Да, но немцы в целом... У них мало такой было продукции, именно, которая рассказывала бы о Первой мировой войне, зато вот после прихода нацистов к власти фильмы про Первую мировую войну начали снимать в огромном количестве. Ну, начнем с того, что первый фильм, который посмотрел Гитлер после вступления в должность канцлера в 1933 году, в тот момент вышел на экраны фильм под названием «Моргенрот. Рассвет». Это такая героическая драма о немецких подводниках, исполненная в таком высокопатриотическом ключе, очень напоминающее вот те самые пропагандистские фильмы 30-х годов, времен Первой мировой войны. Ну, то есть, собственно, понятное дело, что в каждой стране, кроме тех, кто пострадал, были еще и ура-патриоты, они тоже снимали какое-то вот такое вот боевое кино. Вот. Ну и потом продукция по Первой мировой войне, в Германии ее начали штамповать. Наиболее известный фильм – это «Западный фронт, 1917», про штурмовые группы, которые должны были решить позиционный тупик. Вот. Но это были такие вот фильмы, в которых упор шел как раз на постановку боевых сцен, на прославление героизма. Естественно, они никакого отношения к тому самому вселенскому ПТСРу не имели. А Соединенные Штаты Америки. Работала, что называется, история в обе стороны. Вот коллега Павловский не даст соврать, что Соединенные Штаты, наверное, первые, кто комплексно начали изучать вообще проблему ПТСР. Да. Ну, неважно. Ну, они же начали, да, они хотели, они это сделали. И вот эта проблема была даже, нашла отражение в фильмах. Например, есть такой фильм, это мелодрама. Именно в том самом смысле, в котором говорят про мелодраму, там история любви. Фильм называется «Большой парад». И, собственно говоря, один из героев – это человек, который в результате атаки через минное поле теряет ногу. И очень, он там пьет, у него там рушится жизнь тоже. Ну, его, естественно, возвращают к жизни обстоятельства фильма. Но центральный эпизод этого фильма, его потом украл режиссер Ирвин Кершнер для фильма уже про Вторую мировую войну, «Когда молчат фанфары», это... пехотная атака, как раз та самая через минное поле, со стрелками, которые с дерева стреляют и так далее. Вот фильм стал классикой, в том числе еще и потому, что фильм был немой,
Но актеры по ходу дела, они должны были конфликтовать друг с другом. Ну и когда, поскольку реплик написано не было, они должны были друг с другом враждебно разговаривать. Они начали друг на друга ругаться на английском языке. И глухонемые, которые попали на сеанс этих фильмов, они очень сильно негодовали, поскольку джентльмены выдавали те слова, которые приходили им в голову. Был большой скандал. Но опять же таки, фильмы любим не за это, а именно за то, что он показал как раз морально увечного человека, который... ну вот оказывается, несмотря на свой патриотизм, в ситуации, когда испытывает вот такие вот трудности из-за военного дела. Вот. Но недолго американцы страдали. Еще раз, у них для страданий особых поводов не было, они были победителями. Те солдаты, которые первыми, по крайней мере, вернулись, их действительно заваливали цветами, это они заработали денег, их везде встречали, что называется, с распростертыми объятиями. Те, кто вернулись позже, те уже, скажем так, испытывали проблемы, про это скажу отдельно. Вот. И поэтому в Соединенных Штатах, опять же, развивался Голливуд, появились новые возможности технические у кинематографа, и американцы выдали подряд три величайших фильма про Первую мировую войну. Это первый фильм, это «Крылья», это, собственно говоря, опять же, мелодрама. Мелодрама обязательно, это обязательный практически сюжет для американского фильма того времени, но это фильм про летчиков, снятый с применением настоящей авиации, с огромными массовками, с авиационными трюками, которые, ну, по сей день, в общем, смотрятся шикарно. Ну, на самом деле, это история путаницы, когда... Юноша любил девушку, девушка любила другого юношу, а еще одна девушка любила того юношу, который любил девушку, которая любила другого. Оба они идут, записываются в летный корпус армии США, и вот та девушка, которая вообще не при делах, она от своей любви записывается шофером в санитарный корпус, водит машины там под обстрелами и так далее. Ну и дальше там, естественно, развивается вот эта вот история. С путаницей, потом, к счастью, основного соперника убивают, но главный герой уже влюбляется в другую девушку, которая, ко всему прочему, вроде как уже вышла за другого там, в Америке. Вот. Но, тем не менее, фильм стоит посмотреть просто потому, что он действительно хорошо снят, он очень бодрый, несмотря на то, что это не мой фильм, и в немых фильмах всегда очень длинная экспозиция, потому что то, что мы с вами можем сказать за 5 минут, да, в немом фильме на это уходит, например, там, минут 20 страстных взглядов, интертитров и прочего, без чего мы сейчас прекрасно живем. Следующий фильм – это «На Западном фронте без перемен» Льюиса Майлстоуна, он же Лев Милевич, американский режиссер еврейского происхождения, который жил в Бессарабии и, насколько я помню, был участником Первой мировой войны, но на русском фронте, хотя я так и не нашел ничего о его опыте, но, в принципе, про многих советских кинематографистов мы знаем только то, что они воевали, например, Иван Пырьев, который «Свинаркой пастух», но подробности их фронтовой биографии мы, как правило, не знаем, просто потому что к этому не было принципиального интереса в советское время, свои заслуги они никак не выпячивали, Первая мировая война считалась прологом к Великой Октябрьской социалистической революции, и советская культура ее в другом ключе вообще никак не рассматривала, да, это как бы записывалось в минус кровавому царскому режиму, который эту войну, скажем так, допустил, и люди считались жертвами. Но про советское кино несколько позже. Вот. И, наконец, еще один великий американский человек, Говард Хьюз, который в Первой мировой войне не участвовал, потому что был слишком молод для этого. Он снимает еще один супербоевик про летчиков «Ангелы ада». И там про историю этого фильма написаны книги. Про историю этого фильма хотя бы в фильме «Авиатор» снято кино отдельно. И не только в фильме «Авиатор», но и в советском фильме биографии Туполева и Сикорского есть такой фильм «Двойная биография». Не вспомню сейчас название, но там есть, например... Да, баллада, поэма о крыльях, спасибо, спасибо. Да, и там есть, например, сцена крушения самолета С-29, это самолет Сикорского, который он пытался продать армии США, но у него ничего не вышло. В результате этот самолет был арендован Говардом Хьюзом, и он во время съемок этот самолет разбился. Вот в фильме «Поэма о крыльях» там показана весьма ложная история этого происшествия, как будто это было самоубийство, опять же, русского летчика, который этот самолет пилотировал. Но на самом деле это была просто печальный случай, авиакатастрофа. Она была не одна на фильме,
съемках фильма «Ангелы ада». Вот. В этом фильме вы увидите, вот вчера мой коллега Сергей Малков рассказывал про дирижабли. В этом фильме как раз лучше всего показаны работа дирижаблей немецких и охота за этими дирижаблями. То есть, если вы хотите знать что-то там про летчиков Первой мировой войны, «Ангелы ада» надо смотреть обязательно. И плюс качество воздушных сцен, причем известно, что Говард Хьюз сам пилотировал один из трюковых самолетов, он был летчиком-любителем, профессионалом, скажем так, он получил ожоги во время, он, по-моему, один из тех, кто там упал на самолете, но остался жив, но получил ожоги. В общем, да, фильм – это романтическая история про двух друзей, на этот раз британцев, которые тоже там любят девушек, девушки кому-то взаимностью отвечают, кому-то взаимностью не отвечают. Ну и в качестве такой суперзвезды этого фильма молодая актриса Джин Харлоу, одна из красивейших звезд Голливуда, которая, к сожалению, снималась очень мало, потому что вскоре умерла от перитонита в совсем молодом возрасте. Вот «Ангелы ада» стоит смотреть обязательно. Это что касается германского кинематографа. Французы в это время, ну вот у них появился фильм вот этот «Я обвиняю», затем стоит упомянуть фильм под названием «Деревянные кресты». Ну, тут комментарии излишни, потому что все-таки французское кино о Первой мировой войне, то, которое, по крайней мере, до нас дошло, а мы знаем, к сожалению, в России очень мало классических французских фильмов 30-х годов, но если вы читали книгу Анри Барбюса «Огонь», то, в общем, по большому счету, можете себе представить настроение этих фильмов. Вот. А французы свой ПТСР переживали несколько по-другому. Практически все крупные режиссеры французского кино, они так или иначе участвовали в войне, так или иначе участвовал в войне человек по имени Жан Ренуар. Это сын, собственно, великого французского импрессиониста Агюста Ренуара. Он участвовал в Первой мировой войне, он был летчиком, его сбили, он попал в лагерь, офицерский лагерь для военнопленных, участвовал неоднократно в побегах, знал Шарля де Голля и Михаила Тухачевского, он был с ними знаком, попадал в штрафные лагеря для тех, кого ловили, и в 1937 году он снимает фильм, который находится в списке величайших фильмов всех времен и народов, иногда даже на первом месте, это «Великая иллюзия». Кто-нибудь, кроме коллег, так сказать, смотрел этот фильм? «Великая иллюзия». Значит, вот придете домой, бросайте все, ищите этот фильм и смотрите его. Значит, в фильме снимались суперзвезды французского кино. Ну, прежде всего, это Жан Габен, конечно же. Это масса других актеров. Ну, они за пределами французского кино неизвестны, но, поверьте мне, это действительно огромные звезды. И, собственно говоря, фильм рассказывает о том, как простой летчик, такой из работяг, вот, который когда-то смог получить бреве еще до войны, его играет Жан Габен, ну, такой, он вроде как офицер, но он просто человек из простого народа. Он должен совершить разведывательный полет, и летнабом к нему подсаживают армейского офицера, аристократа вообще до мозга костей, который, ну, скажем так, общается с коллегами более низкого происхождения, ну, буквально практически зажав нос. Совершенно такой заносчивый тип с прекрасной осанкой, капитан Буэльдье такой. И, естественно, их во время полета сбивают, и они попадают в лагерь военнопленных, а сбивает их германский летчик, капитан, явно списанный с Рихтгоффена, такой весь из себя супер-ас, которого играет тот самый Эрих фон Штрагейм, да, который фоном никогда не был, но зато у него была прекрасная осанка, очень необычное такое мрачное лицо, и который, ну, в силу того, что он был все-таки австрияк, прекрасно говорил на немецком языке. И он тоже играет аристократа, супер-аристократа. И по обычаю в то времена существовавшему сбитых летчиков он приглашает к себе на обед, чтобы, так сказать, выпить за их здоровье. И находит общий язык вот с этим вот французским аристократом. Дальше я вам ничего пересказывать не буду, потому что это действительно фильм, в котором существует то, что называется вот это поворот. Но фильм этот, он хорош тем, что он рассказывает о том, что сейчас я сформулирую, что вертикальные связи намного слабее, чем горизонтальные связи между людьми. Что все люди
на самом деле братья, что если люди будут братьями, то никаких войн, собственно говоря, больше не будет. И, конечно, этот фильм несколько сатирически обыгрывает как раз-таки вот эту вот великую термин, вот эту великую иллюзию, про которую я говорил ранее. А что было понятно о силе этого фильма, скажу, что он был запрещен нацистами. То есть у него не было проката в Германии, в Третьем Рейхе, естественно, он был подвергнут такой кампании пиарной. И когда нацисты захватили европейские страны, этот фильм изыскивался в кинотеках и уничтожался тотально. А к 1945 году единственная копия этого фильма, которую можно было найти в Третьем Рейхе, находилась в кинотеке, личной кинотеке Германа Геринга, который, как известно, был летчиком Первой мировой войны. И он этот фильм смотрел десятки раз. Это был его любимый фильм. Вот. Свою копию он уничтожить не дал. Значит, после войны происходило обследование кинотек, искали разные варианты. То есть во Франции не осталось, потому что нацисты там этот фильм уничтожили, в Германии не осталось. А нашли все-таки несколько копий, смонтировали из них каноническую версию и... как это называется, у вас есть прекрасная возможность ее посмотреть. Вот. Прочие французские фильмы, они не относились к теме Первой мировой войны, но один из немецких генералов в 30-е годы, посмотрев несколько французских фильмов, в которых всегда был тлен, безысходность, классические фильмы с Жаном Габеном, та же «Набережная туманов», «Пепели Моко», «Ла Бандера», и много чего еще, там день начинается, и кто-то из немецких, то ли генералов, то ли работников германской культуры, он, то ли это было уже после того, как французы были побеждены в 40-м году, была сказана фраза, что нация, которая снимает такие фильмы, не может выиграть войну. То есть, это касается вообще французской нации, которая была поражена до такой степени, что к моменту начала Второй мировой войны там уже был самый настоящий политический раскол, всеобщая национальная депрессия. В общем, все было у французов плохо. Ну и в конечном счете они еще и проиграли немцам в 1940 году. Вот. А чтобы еще... мы должны еще один американский фильм, кстати, вспомнить. Сейчас пришло в голову, почему нет. Фильм под названием «Кинг-Конг» 1933 года. Вы его видели, да? Этот фильм видели, фильм 1933 года «Кинг-Конг»? Так вот, продюсер этого фильма, слушайте, вылетело из головы имя, неважно. А продюсер этого фильма, он был очень интересным человеком. Он был летчиком, участвовал в Первой мировой войне, был сбит, попал в немецкий плен, сбежал из немецкого плена. Кончилась Первая мировая война, он в летный корпус армии США. Он завербовался в Польшу и участвовал в советско-польской войне 20-21 года. Был сбит, попал в советский плен, сбежал. Вот, добрался каким-то образом до Соединенных Штатов Америки, где, помимо всего прочего, деньги у него откуда-то были в больших количествах, может быть, просто он был из богатой семьи, стал кинопродюсером. И одна из его работ – это как раз-таки фильм «Кинг-Конг». Режиссер этого фильма и главный оператор этого фильма, собственно, «Кинг-Конг» он и поставил, да? А главный оператор этого фильма, он был фронтовым оператором армии США и тоже участвовал в Первой мировой войне. И вот в том самолете, который, собственно говоря, «Кинг-Конга» убивает, сидят они оба. Это вот, чтобы вы понимали, да, насколько у этих людей было хорошее чувство юмора. А британское кино... Здесь, как говорится, сказать-то мне особо и нечего, потому что британцы снимали, если и снимали, то фильмы всякие про свой флот, и то их очень немного, и каких-то вот таких вот работ, обобщающих по Первой мировой войне, у них практически не было. Они, если не считать фильм «Мост Ватерлоо», это известная мелодрама, в которой играл Лоуренс Оливье, если я не ошибаюсь. Но это фильм, он в большей степени про расставание. А зато британцы свои страхи и ужасы, они вылили в довольно большое количество фильмов мрачного свойства. Здесь надо вспомнить известного британского режиссера, хотя снимал он фильмы в Голливуде и жил он в Голливуде, но он был британцем. Звали его Дэвид Уэйл.
И это человек, который известен прежде всего такими фильмами, как «Франкенштейн», «Невеста Франкенштейна» и «Человек-невидимка». У человека, у Уэйла была очень сложная биография. Он воевал в Устерширском полку и вернулся с войны совершенно уничтоженной психикой. И, в общем, в течение всей своей биографии, биография, еще раз говорю, у него была очень сложная, кончилась тем, что он в какой-то момент просто покинул кинематограф и до конца своей жизни перебивался. Хотя деньги вроде как у него были, но к работе его практически не допускали. Он в основном работал в театре, снимал какие-то короткометражки, которые не попадали в прокат. Вот. Но вот весь его вот этот вот мрачный настрой, он, собственно говоря, вылился вот в эти вот американские, великие американские ужасники. Ну, а «Человек-невидимка», кстати говоря, это первый фильм, который был в Советском Союзе дублирован. Первый фильм его дублировали в 30-е годы, и даже в записные книжки Ильфа этот фильм попал, потому что он пишет, что на сеансе «Человека-невидимки» сидел маленький мальчик, который в наиболее таких вот страшных эпизодах повторял слова «Аедрить твою». Вот. Так вот, ну, собственно говоря, британцы этот опыт не стали сильно переживать, с одной стороны. С другой стороны, раз уж мы сказали про «Человека-невидимку», то нельзя не вспомнить Герберта Уэллса, который написал сценарий фильма «Things to Come». Коллега Поволоцкий, как называется фантастика Герберта Уэллса? «Облик грядущего», вот, секундочку. Значит, ну да, видишь, как хорошо. Спасибо тебе большое. Вот. Герберт Уэллс написал повесть, киноповесть «Облик грядущего». Он ее писал сразу под фильм. И, собственно говоря, фильм этот был снят в 1936 году. И в этом фильме Уэллс и создатели картины, они умудрились предсказать Вторую мировую войну, которая у них начинается в 1940 году. Ну, хотя главным предсказателем был, как известно, французский маршал Фош, который сразу по заключению Версальского мирного договора сказал, что это не мир, а перемирие на 20 лет. И он угадал практически с точностью в пару месяцев. Версальский договор заключили в июне 1919 года, а Вторая мировая война началась в сентябре 1939 года. Ну, тем не менее, Герберт Уэллс почти угадал. Правда, у него эта война все никак не заканчивается, не заканчивается. Человечество постепенно превращается в воюющих дикарей, полный развал цивилизации. Там, если вначале самолеты летают, отравляющие газы, в общем, все, чего боялись люди в 30-е годы, то кончается все тем, что прилетают инопланетяне, всех успокаивают, и, наконец, наступает мир во всем мире. Ну, в общем, собственно говоря, в 30-е годы человечество по поводу Первой мировой войны высказалось. Немножко про советские довоенные фильмы про Первую мировую войну. Ну, дело в том, что, как я уже сказал, в Советской России опыт Первой мировой войны, хотя изучался военными, но она как политическое явление воспринималась и трактовалась исключительно как прелюдия к Великой Октябрьской социалистической революции, поэтому советской продукции про Первую мировую войну, во-первых, было не так уж и много до войны. Ее это и после войны было немного, а до войны уж совсем мало. Ну, во-первых, потому что была гражданская война, были свои герои, были свои какие-то новые культурные какие-то события, которые как раз-таки больше внимания привлекали и пропагандистов, и кинематографистов. Вот. Тем не менее, так или иначе, тема Первой мировой войны затрагивалась. Ну, советский кинематограф первой половины 20-х годов, про него вообще мало что не узким специалистам известно, потому что фильмы были, в общем, слабенькие, практически ничего, кроме как киноведам, простым зрителям неизвестно. В общем, собственно говоря, вот до появления фильмов Эйзенштейна с тачкой и броненосец Потемкин, ну, советский кинематограф как-то существовал. Продукции, на самом деле, было очень много, но она была тоже чисто коммерческого направления. Я вчера говорил, что советский кинематограф полностью под контроль государства перешел только в середине 30-х годов. До этого были частные фирмы,
вроде как частные, вроде как государственные и так далее, но, ну, в общем, по большому счету занимались тем, что зарабатывали деньги. Было очень много иностранной продукции. Вот. И из крупных фильмов, где вообще Первая мировая война каким-то образом появлялась на экране, ну, стоит отметить, во-первых, «Октябрь» Эйзенштейна, ну, поскольку, собственно говоря, фильм об Октябрьском перевороте, он никак не мог остаться в стороне от того, что происходило на фронте. Но там, в общем, были такие стандартные штампы, то есть это бедственное положение солдат, солдаты не хотят воевать, начинаются братания на фронте, как один из сюжетов приезжает комиссар временного правительства призывать за войну до победного конца, ему наносят тяжкие телесные повреждения, иногда несовместимые с жизнью. Ну, в общем, и все это, в общем, шло в проброс, поскольку фильм был не об этом. Ну, хотя, с другой стороны, надо понимать, да, что Октябрьский переворот произошел в России в те дни, когда она еще не вышла из войны, и фронт в это время существовал, и сражения проходили. Но, тем не менее, показывать их не было особого интереса. Значит, второй фильм, который показывает нам Первую мировую войну, это фильм «Снайпер». Его относительно недавно, 1930 года, один из первых звуковых фильмов. Ну, собственно говоря, там тоже сюжет завязан на врагов народа, на борьбу, скажем так, хорошего русского солдата-снайпера с плохим своим начальством, которое в конечном счете приезжает уже в советскую страну для того, чтобы убивать советских людей снайперской винтовки. Но вот этот вот старый снайпер-большевик, он не дает негодяям развернуть свою деятельность. Вот. И, в общем, главный, наверное, довоенный советский фильм про Первую мировую войну – это «Окраина» Бориса Барнетта, который как раз-таки рассказывает о жизни в русской глубинке, об отношениях там с немецкими пленными. Очень хороший, очень такой по-настоящему классический, в лучшем смысле этого слова, фильм, каково я вам, конечно, всем советую посмотреть при возможности. Вот. Одна из первых ролей Николая Крючкова в кино, он там, в принципе, играет проходную роль. Вот. И на этом довоенная, так сказать, история кинематографа о Первой мировой войне, в принципе, закончилась. Хотя, еще раз говорю, на Западе тема так или иначе возникала, но чаще всего она возникала все-таки в коммерческом кинематографе. Ну, естественно, фильм Майлстоуна «На Западном фронте без перемен» – это как бы считается главным таким фильмом. Затем начинается Вторая мировая война. Естественно, Первая мировая война была очень быстро забыта, и к ней начали возвращаться только в 60-е годы на Западе. А вот в Советском Союзе уже в 50-е годы начали очень-очень много снимать про Первую мировую войну, но только в том контексте, что революция происходит на фоне как раз-таки Первой мировой войны. И здесь мы сразу должны вспомнить фильм «Балтийская слава» про эскадренный миноносец «Гром», в котором была, собственно говоря, создана легенда о том, что он там таранил какой-то немецкий эсминец, героически погиб красиво, был придуман... Собственно говоря, главный герой этого фильма, это у него был прототип, который жил на самом деле. По фильму он погибает, на самом деле человек не погиб. У него вовсе не было такой биографии, как ему приписывают, но из него сделали героя и даже чем-то его наградили. Это не говорит вовсе о том, что фильм был чем-то плох. Фильм на самом деле великолепный. Затем появились фильмы «Две жизни» или «Две судьбы» Лукова, последний фильм Леонида Лукова. Там тоже действие происходит в Петрограде в 1917 году, основное действие фильма. И там как раз герой фильма, там два героя главных фильма, это офицер, который не поддерживает революцию, и простой солдат, который эту самую революцию, ну или унтер-офицер, я уже точно не помню, который революцию поддерживает. Этот офицер играет Вячеслав Тихонов, солдат играет Николай Рыбников. И фильм, собственно, начинается с того, что они где-то в Париже приезжает советский, он, я не помню, он там какой-то то ли партийный функционер, то ли крупный промышленник советский, то ли какой-то деятель чего-то, ну, неважно, то есть он добился успеха, он прожил большую красивую жизнь, и он встречает официанта, в котором узнает своего бывшего командира. Ну, такой
очень милый фильм. Затем такие фильмы, как «Музыканты одного полка», тоже, где действие происходит в 17-м году. Все происходит в 17-м году. Ну, естественно, нельзя не упомянуть «Тихий Дон», да, разумеется, потому что «Тихий Дон» – это все-таки казаки, которые воюют в Австрии. Нельзя не упомянуть, конечно же, и «Хождение по мукам», поскольку, собственно говоря, оно тоже начинается фактически с Первой мировой войны. Вот. И больше всего в этом плане я, конечно, скорблю о фильме «Мы русский народ». Это последняя пьеса Всеволода Вишневского. Он написал ее в 52-м году, тут же умер. И в 60-е годы по ней был снят огромный постановочный фильм. Это последние бои царской армии, уже не царской армии, это уже 17-й год. Это бои в Прибалтике. Фильм был очень постановочный, очень дорогой, очень хорошо, красиво снятый. Но, к сожалению, этот фильм можно найти сейчас в очень плохой копии с видеокассеты. И, скорее всего, он был записан в дни, когда умер Андропов. Кто постарше, те помнят, что в эти дни почему-то начинали крутить классическую музыку по телевизору в знак траура и показывать старые советские фильмы, в основном 30-40-х годов. И поэтому мы, маленькие любители кино, всегда ждали смерти какого-нибудь генсека, затаив дыхание, потому что классное кино показывали. Вот я тогда первый и последний раз увидел этот фильм «Мы русский народ». Его, скорее всего, его можно найти только в Госфильмофонде, этот фильм. Я надеюсь, что его когда-нибудь приведут в человеческий вид и покажут. Значит, самый прекрасный момент, конечно, там Валентин Гафт играет коммуниста, значит, такого, он же огромный был мужик такой, здоровенный, большой физической силы. И вот он там играет еврея, значит, одесского, который еще, ко всему прочему, коммунист. И там вот самый, конечно, прекрасный эпизод, который все помнят, кто видел этот фильм, это как он бросается в наседающих немцев пулеметом «Максим». Вот. А современные фильмы по Первой мировой войне, для того, чтобы их обозревать, нам нужен будет примерно еще один час. Я, ну, думаю, сделаю отдельную лекцию на канале «Тактик Медиа». Засим, спасибо за то, что пришли. Готов отвечать на вопросы. У меня вопрос. Он, наверное, к прошлой лекции, на которую я не попал. Когда я читал Краснова, а это очень интересный источник, это как бы человек умный, наблюдательный, у него там описаны антивоенные фильмы, которые показывали в 17-м году в кинематографах. Что-нибудь из них, от них хотя бы названия сохранились? Я честно скажу, в общем, на сегодняшний день, я вчера говорил, выявлено около 80 фильмов, художественных фильмов, снятых в годы Первой мировой войны, скорее нет, чем да. На самом деле их были сотни, но в силу того, что пленка была, как известно, на горючей основе, до где-то середины 30-х годов вопрос хранения фильмов не решался приблизительно никак. Скорее всего, эти фильмы утрачены. Может быть, эти фильмы выявят сотрудники Госфильмофонда, поскольку они постоянно выявляют в своих хранилищах какие-то новые фильмы, и об этом информация проходит. Я, по крайней мере, про это не слышал. 100% совпадение с моим предположением. Увы. Еще, пожалуйста, вопросы. Что, простите? Я не помню, вы сказали «Балтийский». Там вот. «Балтийская слава». «Балтийская слава». Так, еще, пожалуйста. Ну, еще раз скажите, кого? Режиссер, кто снял фильм «Мы русский народ». «Мы русский народ», вы знаете, я не рискну, это женщина, точно совершенно. Женщина-режиссер его сняла. Но я, к сожалению, да, это женщина сняла этот фильм. Я, к сожалению, сейчас не рискну вспомнить. Но она, я не припомню других ее фильмов, ну, которые были бы на памяти, наверняка что-то снимала. Да, что удивительно, но, с другой стороны, одну из лучших книг, ну, по крайней мере, с точки зрения научной популярности, написала по Первой мировой войне, написала Барбара Такман, «Августовские пушки». Там можно с ней спорить по историческим некоторым моментам, но, по крайней мере, масса народа с этой книги увлеклись, собственно говоря, историей Первой мировой войны. И вот этот фильм «Мы русский народ», опять же, с учетом того, что это
фильм все-таки в большей степени про революцию, а война – это антураж скорее. Ну вот, тоже сняла женщина-режиссер. Так что вот, такие дела. Сейчас на Ютубе выскочила «Мой русский народ», Валентин Гафт. Валентин Гафт там играет. Ну да. Вот здесь вот на Ютубе вот сейчас. Да, вот, это как бы это не мой канал был вообще. «Мой русский народ». Но фильм в очень плохом качестве, к большому сожалению. Ну да, вот тут видно, что качество, конечно. Да? Ну, значит, надо искать, потому что там, где мы обычно ищем кино, он в плохом. Так, друзья, еще вопросы? Если нет, то я пошел. Спасибо вам большое, у вас прекрасный город.